Здравствуйте, ребята! Давайте познакомимся. Меня зовут Нина Серафимовна, учитель-русист. Мы рады видеть друг друга и сотрудничать на уроке, потому что только в сотрудничестве и понимании можно творить. А урок – это и есть наше с вами творчество. Но самое поразительное и мудрое, что создало человечество – это язык, главная задача которого заключается в том, чтобы помогать нам понимать друг друга при общении. Общаясь между собой, мы употребляем различные части речи. Тема урока – притяжательное и вопросительное местоимение. Местоимения создают нам речевое удобство, так как экономит время и пространство. Сегодня на уроке мы познакомимся с морфологическими признаками притяжательных местоимений, с морфологическими особенностями вопросительных местоимений. Повторим личные местоимения. Мир местоимений широк и многообразен. Без местоимений нет языков. В своей речи мы постоянно ими пользуемся, поэтому не случайно, что по частоте употребления местоимения занимают третье место после существительных и глаголов. Ребята, посмотрите на слайд. Словосочетания: «папина шляпа», «волчий хвост», «воронье гнездо», «моя шляпа», «твоя коса», «наш дом». Будьте добры, скажите, на какие вопросы отвечают подчеркнутые слова? Чья, чей, чье? А чем они отличаются? Они характеризуют принадлежность. Дорогие ребята, прочитайте словосочетания «мой друг», «моя семья», «мое мнение». Как изменяется притяжательное местоимение? Притяжательное местоимение изменяются по родам. «Мой друг», «мои друзья». Как изменяются притяжательные местоимения? Притяжательные местоимения изменяются по числам. «Мой друг», «моего друга», «моему другу». Как изменяются эти местоимения? Они изменяются по падежам. Дорогие ребята, сделайте вывод, как изменяются притяжательные местоимения. Притяжательные местоимения изменяются по родам, числам и падежам. Будьте добры, рассмотрите таблицу и назовите притяжательное местоимение. Притяжательное местоимение «мой», «твой», «наш», «ваш», «свой». Притяжательное местоимение указывает на принадлежность. Они склоняются как прилагательное. Местоимение «вы», «ваш» используется как форма вежливого обращения к одному лицу. В этом случае они пишутся с большой буквы «вы», «ваш». Притяжательное местоимение во фразеологизмах. Вставьте подходящее слово по смыслу фразеологизмы. Добиться своего, не в своей тарелке, как свои пять пальцев, не верить своим глазам, своими словами, своя голова на плечах. В этом доме я был впервые и чувствовал себя. Мне подсказки не нужны. У меня,
как же это ты не ответил на такой простой вопрос? Ведь эту тему ты знаешь. Проверяем. В этом доме я был впервые и чувствовал себя не в своей тарелке. Мне подсказки не нужны, у меня своя голова на плечах. Как же это ты не ответил на такой простой вопрос? Ведь эту тему ты знаешь, как свои 5 пальцев. Изучив 2 разряда местоимения, переходим к следующему – вопросительное местоимение. Рассмотрите таблицу и назовите вопросительное местоимение. Вопросительное местоимение – кто, что, какой, чей, сколько, каков. Они служат для выражения вопроса. Вопросительное местоимение, который употребляется в выражении «который час». Местоимение «кто и что» не изменяется по родам и числам. Дорогие ребята, почему они называются вопросительными? Они употребляются в вопросительных предложениях для выражения вопроса о предмете, признаке, количестве. Рассмотрите таблицу в учебнике и, опираясь на нее, выполните упражнение. Какие вопросы были заданы? Мой самый близкий друг – это моя мама. Мне 14 лет. У мамы очень спокойный характер. Мы с мамой ходим в театры на выставке картин. Профессия моей мамы – художник. Проверяем. Кто твой самый близкий друг? Сколько тебе лет? Какой характер у мамы? Куда вы ходите с мамой? Какая профессия у мамы? Для вас индивидуальная работа по выбору. Написать сочинение миниатюру с употреблением притяжательных местоимений на тему. О чем в молитве вы попросили бы Бога для себя, своей семьи, своей страны? Составить и записать 3-4 вопроса, которые вы хотели бы задать ветерану Второй мировой войны. Ребята, вместе с вами мы сотрудничали. Творили урок русского языка, читали, писали, мыслили по-русски. Любите русский язык! До новых встреч!